первое правило. Бывает такое, человек споткнулся, упал, за линолеум зацепился, всякое бывает. Ему надо дать в два раза больше шума, тогда он встанет и продолжит. Уходи. Отлично. И третье правило, ребят, это наш сегодняшний спонсор, это Катенька. Но ее можно не хлопать, она все равно не понимает. Надеюсь, вы понимаете, для чего она стоит здесь, да? Не надо объяснять. Итак, ребят, мы разбираемся, мы готовы. Давайте с шумом мы начинаем. Макарена! Ты кто? Я спрашиваю, ты кто? А? Я грузин. Нет, ты подзак, а ты кто? Я шоколадный заяц, я ласковый мезарец, я сладкий на все сто. Идиот! Ребята, за вами поддерживают контор, они стараются для вас.